Перебои на работу в больнице, хорошее настроение персонала и пациентов крайне важно. Со временем пациенты начинают испытывать голод, жажду и скуку. Обеспечьте им доступ к еде, напиткам и развлечениям. А также позаботьтесь о удобных местах для сидения. Во-первых, между консультациями, когда у пациентов портится настроение, они уходят в другую клинику. Надо кушать и тить. Надо кушать и тить. Ну ладно. Регистратура. Будем знать, что регистратура – это предметы. Вот мы ее в кабинетах искали. Так что здесь была стойка журнальная, а почему-то теперь нет. Что делать?
награждение лучших работников в сфере здравоохранения по округу Тупойнт. Одна там награда не видна из-за меня. Ну ладно. Ничего страшного. Страшного ничего. Так. Вырубаем. Дальше что? Кабинет отдыха. Кабинет отдыха. Отдых. Кабинет. Так, как у нас там? Окно, дверь, шкафчик, шкафчик. Зачем этот шкафчик? Непонятно.
На перерыв сотрудники уходят в комнату отдыха. В комнате с приятной обстановкой они смогут восстановиться еще до окончания перерыва. Примечание. Вы можете сами поместить сотрудника в комнату отдыха. Тогда он отдохнет. Или в кабинет. Тогда он будет в нем работать. Чтобы взять сотрудника, наведите на него курсор и зажмите левую кнопку мыши. Левую кнопку мыши. Носа не подточит. Напитки и закуски поддерживают хорошее настроение. Но если рядом не будет мусорных корзин, обслуживанием всего перечисленного занимаются санитары и санитарки. Они пополняют торговые автоматы и подменяют мусор, опорожняют мусорные корзины и прочищают засорившийся туалет. Кстати, туалет. Туалета-то, что у нас нет почему-то. Туалетов. Так, а это что такое? А, это лучше. От туалета. Это от того, что туалета нет. Кабинет. А, туалет. 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 Туалетная кабинка. Туалет. Сушилка для рук. Умывалка. Вот. Аксессуар. Все. Можно запускать туалет. Опять.
подглядывать за этим. Продолжение прогностики. По слухам, в городе появились новые болезни. Возможно, их будет сложнее диагностировать. В таком случае нам понадобится новый кабинет диагностики. Если врач по общей практике не может с уверенностью определить заболевание, пациента направляют туда для уточнения диагноза. Например, разблокирован общая диагностика. Кабинет общей диагностики. По мере добавления кабинетов и персонала растет уровень больницы. Чем выше уровень, тем больше к вам придет пациентов. В то же время с ростом числа пациентов вырастут очереди. Постройте больше кабинетов для врачей общей практики. Увеличьте число других кабинетов и сотрудников, чтобы справиться с наплывом кабинетов. Предупреждение об очередях высвечивается над кабинетами. Вы также можете навести курсор на кабинет, чтобы узнать, сколько человек ждет приема. Хоккеюшки. Хоккеюшки. Кабинет общей практики. Нет, не общей практики. Офигенной диагностики. Офигенная диагностика. Так. Флюорограф. Диагностический стол. Флюорограф. Ну ладно. Бегу! Так. Теперь. Диагносты надо. Нет, Артём Паварка. В городе свирепствует необычное заболевание. Злокачественный просвистит. Чтобы оказать помощь заболевшим, нам понадобится новое дорогостоящее оборудование. Продолжайте расширять больницу, чтобы открыть кабинет терапии. Возможно, нам также понадобится еще один кабинет врача общей практики и несколько новых сотрудников. Кабинет. Палата общей диагностики. Палата общей диагностики.
Медицинский пост. Медицинский пост, ширма, койка. Койка. Так. Повышает производительность больницы. Построить кабинет пока доступно. Почему? Почему? Непонятно. Ну почему они не хотят? Так как мало. Медицинский пост, ширма. Ширма. Можно притвориться, что вокруг никого. Они и одеваются. Они переодеваются. Почему переодеваются? Править
несоответствия. Престижность климат. Уровень престижности второй. Исправить несоответствие. Какие несоответствия? Так. Пациент не хочет больше ждать. Так. Ладно, это центры сотрудники найм. Врач. Уход за больными. Общая практика. Терапия. Терапия. Это палата. Общая диагностика. Она подсовывает терапевта. Кто? Диагностика. Развивает науки постановки диагноза. Младший персонал. Сотрудники такой квалификации двое. Вот это надо нанять. Диагностика. Оп. Так. Сотрудники кабинета моего. Санитар. Найдем. Врачи. Общая практика. Кабинет. Врач общей практики.
Это все здесь есть. Все есть. Дальше что? Найду. Финансы, лидеры, награды. Штуковина огромная. Кабинет.
Может, еще можно? Нельзя. А почему нельзя? Кабинет. Сюда снова. Раз, два, три. Сюда дверь. Сюда оборудование. Сюда окошко. Сюда окошко. Окошко, окошко. Так. Сюда окошко, сюда. Вот оно, сюда огнетушитель. Сюда у нас пульт. Сотрудники моё. Качинка. Нанять. Интенсивная терапия. Это сюда. Это у нас но подходящее место. Почему неподходящее место? Thank you.
Грузаешь. Одна взвёздочная больница. Поздравляем. С наилучшими желаниями. Министр здравоохранения. Продолжить. Нам не дадут построить это. Вот это еще у нас это самое. И огнетушитель. Почему-то не хотят. А почему? Почему-то. Почему-то. Человек очередь. Быстрое сохранение. Врачи. Что? Мотивация. Диагностика. Диагностика? Да нет. Сюда. Не хочет там работать. Еще одни кабинеты общей практики. Еще один. Это у нас сюда. Огнетушитель. Вот это вот как у него окошко. Окошко. Так, окошко. Нет, это у нас был врач. Вот. Эти. Эти. Оп, сюда. Так, а вот это еще. Это какой кабинет? Кабинет. Комплексно. А что это за кабинет? Помогите. Может сюда? Это и самое, от какого-нибудь санитара.
Non so sentire Grazie. Да. Обзор. Расходы, выручка, задолженность. О, вот что такое. Как у нас все хорошо с финансами. Сотрудники. Бух. Центр. Трах-тарах. Ладно. Наши врачи диагностируют заболевание Роша. Для лечения этого заболевания нужен следующий кабинет. Плата. Кабинет. Палата. 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 Кабинет. Кабинет. Так, палата. Кабинет.
палатах диагностируют и лечат различные заболевания. Каждый пациент должен принять младший метаболитен, который будет за ним ухаживать, а затем выпишет. Разместите в палате несколько коек, чтобы принимать больше одного пациента. Один раз в настройках кабинета вы можете назначить для работы в палате несколько младших медработников, чтобы справиться с наплывом пациентов. Младшие. Администраторы. В рамочке оказался. Не видно, что там. Так. Стоимость кабинета. Очередь. Надо увеличить. Длина очереди 2. Статистика, очередь, информация. Палата. Уровень 2. Младший. Медработник. Дополнительные сотрудники. Стоимость кабинета 9000. Ничего себе. 9000. Предметы. Редактировать, закрыть, продать высокий. Так, возвращаем. Мы, конечно, закрываем часть экрана для наших телезрителей своей физиономией, но что делать? Что делать? Дополнительный сотрудник, значит, пациент, наем. Санитар, администратор, младший. А, что он тут все знает, то есть она. Так, редактировать окошко. Оп. Не поможет. Сюда окошко. Оп. Помогло.
Ох. А, и сюда влезло окошко. Нормально. А вот это почему здесь? Ну, ладно. Так. Что бы еще сюда? Нет. Отвернуть. Вернули. Так еще в туалете можно. Окно. Окно в туалет. Надеюсь, не предусмотрено окно. Жаль. Прервать из него эту клиенту. Нет. Здесь не встала, там не встала. Так, а если вот это сюда? Вот это сюда. Ну. Так, дальше что? Дальше клинки. Раз, два, три. Оп. Оп. И умывалки хватит две, это тысячки. И вот это в самом деле.
Нечто такое. Награды. Бонус 20 тысяч. Крутосы. Что? Разблокировано. Что там разблокировано? Автомат с солеными закусками. Ирландерство. Так, двухзвездочная больница. Поздравляем. Филиал Министерства здравоохранения в округе Two Point присвоил вам 2 золотые звезды. Продолжайте в том же духе, и вскоре вы добьетесь всего, чего только можно добиться в своей первой больнице. Только не раздувайтесь от гордости. Если взлетите, падать будет больно. Тарквиний Фоксбридж, министр здравоохранения, с наилучшими пожеланиями. Продолжить. Наилучшие пожелания. Да. Как у нас дела тут? У нас раздуты, конечно, эти самые, как его там... Надо этот кабинет редактировать. Редактировать кабинет. Так. Дальше. Соленые закуски. Вот. Автомат соленый с кусками. Куска. Так. Все. Возможно, что-то там такое. Возможно. Какие у нас просторные кабинеты. Так. Это у нас, конечно. А если забабахать вторую? Регистратуру. Кабинеты. Кабинет у нас. Комната отдыха, туалет. У нас туалет не перегружен. Случайно. Случайно. Вот что такое. Сотрудники. Пациент. Кто может использовать? Сотрудники и пациенты могут. Девочки и мальчики могут. Мальчики, статистика, информация, очередь. Туалеты. Палату стоит учить. Быть может, есть смысл построить еще одну. Еще одну палату. Ужас, где же я строю-то? Палату. Еще одну. Знаете ли вы, что пациентам и персоналу нужен доступ к туалетам? Особенно... Комната отдыха. Еще одну палату. Палату. Еще одну.
Сначала я кончил интенсивной терапии. Что-то не так как-то. Так, палата. Палата. Редактировать. Так странно. Так. Еще одну палату. Кабинет. Палата. Еще. А здесь.
Дальше. Дверь. Ага. Дверь уже вылезает. На кабинку мы читаем. Вот сюда. И сюда вылезает. Тогда это мы ставим. Вот. Сюда. Куда? Так, это у нас тоже не надо. Сюда надо. Одну убираем. А если так, это так. Так. Не хочет. Если это так, это это сюда, это сюда, это у нас идет сюда.
Трехзвездочная больница. Заработать 400. Требуется стоимость 750 тысяч.
Больницы не окупаются. Нужно или сократить расходы, или начать больше зарабатывать. Больше зарабатывать можно. Можно как больше. Как больше. Так, это у нас сюда. Открыть все. Так, ладно. Это все. Да. Это. Сюда. Это. А можно это само. Тушить. Можно сделать. Так, увеличить. Увеличили. Больше зарабатывать. Да уж больше-то. Скамейки. 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 Знаете ли вы, что телематические фильтры позволяют оценить привлекательность интерьера, состояние тра-та-та? Еще можем здесь оставить этих. На руки убить. Фиолетовая мавка, серебристая скамейка. О, господи. Так, это сюда. Это сюда. Так, это с солеными закусками. Закуски. Томат с напитками.
Урнички. Носорожки. Ну, потому что. Это соленые закуски тогда рядышком с напитками. Там с напитками. А если вы что, пациенты и сотрудники могут голодаться, автоматы и закуски не могут остаться хорошим. Да, автоматы и закуски. Автоматы и закуски. Ну так, с этим и занимаюсь. О, помер кто-то. Или не помер. А, да, помер. Так, помер. Всё. И... Настоящий охотник за привидениями. Отогнал этого жмурика. Настоящий охотник. А это мы подвинем. Сюда скамеечку. Так, и еще одну скамеечку. Так. Сюда у нас пойдет это как ее. Ага, цветочек. Цветочек раз. Цветочек два. Цветочек три. Класс. Так, 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 так. Здесь у нас есть цветочек. Нет, цветочка. Будет. Цветочек. Маленький. Ну, вот здесь надо поставить. И жалость такая. Что ты делал-то? Цветочек. Почему? Не влезает. Да, ну ладно. Так, куда мы еще пристроим цветочек? О. Так. Зеленеем все. Так. Зеленеем. О. Все зеленело. Зеленело.
Так, здесь что-то надо делать с этим. Отдайте недостающие документы. Вот отдайте. Продали. Подходящие. Почему они не подходящие были? Ну ладно. Так. Не подходящие. Чудненько. Дальше это что у нас? Заработайте. Заработайте деньги, расширяйте больницу и увеличивайте общую прибыль, чтобы повысить стоимость больницы. Требуемая стоимость больницы 75 тысяч долларов. Текущее значение 606. Санитарный инспектор прибудет. Скоро. Так. В пути санитарный инспектор. Что это значит? Знаете ли, что если щелкнуть по полу уже построенного кабинета, выбрать кнопку «Предметы» появится знаю. Это инспектор, наверное, идет, инспектирует нас. Так. Что если ремонтировать? И великий комбинатор. Нет, нельзя. Две двери нельзя. И оборудование нельзя. А это что? Плакат. Просветите. Схема строения пациентов со злокачественным просветитом повышает привлекательность больницы и престижность кабинета. Просвистит. 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 Свистит. Свистит.
Пациент не хочет больше ждать приема в помещении аптека и не покидает больницу. Вот так вот. Почему нужно еще одну аптеку построить? Аптеку. Сейчас быстренько. Кабинеты. Аптека. Раз, два. Три. Так. Нет. Тогда сейчас три. Можно быть вот так. Это сюда, это дверь. Оп. Сюда вот эти комбинатор. Может, хватит. Так, а это... Нет, не хватит. Тогда... Вот у нас дверь. А вот сюда. Сюда. Все. Вроде бы все. Так. Окно. Окно, окно, окно. Окно. Окно есть. Все вроде бы. Здесь можно еще одно окно. И оп, и ничего. Не получается. А почему не получается? Непонятно. А если добавить? Сюда. Это. Сюда. Это. Сюда. Это. Сюда. Все. А почему это? Построить кабинет пока невозможно. Почему невозможно? Загадка природы. Почему же невозможно? Ну ладно.
чего же невозможно построить кабинет? Так, кабинет. Аптека. Так, это у нас идет аптека. Знаете вы, что если щелкнуть по полу кабинета, да-да, знаю. Знаю по полу. По полу кабинета. Вы действительно хотите разблокировать предмет фиолетовый лак? За 50 тысяч. Доступны серебра 400 тысяч. Чтобы разместить в больнице такой предмет, нужно будет платить. Нет, спасибо. Так, заплатить. Зачем нам фиолетовый лак? Не престижа. Так, это мы сюда суем.
Возможно, у нас слишком много санитаров, которые сидят без работы. Обзор. Цены заема. Открыть все. Сотрудники. Сотрудники. Статус, навык, квалификация, настроение, бодрость, список персонала. Параметры зарплаты. Распределение обязанностей. Что-то не то нашел. Так, это что такое? Честер. А что это? Врач общей практики. Разрешено. Врач общей практики. Врач общей практики. Квалификация, навыки. Врачи, обязанности. Клиника. Помрачнение. Понятно, ничего. Так, пациенты, заболевания. Ой, пациенты. Ой, сотрудники. Так, это у нас какие тут? О. Значит, бодрость. Охота на привидений. Но ты нужен еще. Так, себя отпустила. Да ладно, никто у нас везде он не сидит. Это что такое? Растение. Один, в общем, работает только. Вот. Привидениями гоняется. Видишь, пылесосит как. О, из пылесосил. Ребята нормальные. Бодрость тут что-то из бодрости с него. Надо его поймать и в комнату отдыха. Замечательно. Кого еще спроводить в комнату? Вот. И в комнату. Вот. Так, ладно. Так, это кто у нас? Ой, девушка. Она задолбалась уже. Девушка, ты задолбалась. И что нам с ней делать? Нам нужно администратора еще одного нанять. Нанять администратора. Администратора нанять. Самый-самый-самый дорогой. Так. А та девушка пошла, наверное, отдыхать. У нас сотрудники. С этим все ясно, с этим ясно. Ой. Так это. Ага. Вот она, наверное, отдыхает.
человеке. Ой, мы же никого в тюрьму не засунули, вроде бы. Так, младший персонал. Вот это фармакология. Нанять. Вот сюда. Продолжить. Ага. Трехзвездочный статус получили. Заблокирован газетный киоск. Представляем филиал министерства. Надеемся, что вы запомнили все шаги для создания образцов газетного учреждения. Поэтому что ничего иного от вас не ждет. Отритесь решимости. Отрите решение снять волю мира. Продолжить. Так. Предмет разблокирован. Быстрое сохранение. Все. Так, а это что такое? Так. Ага. Так, найдем. Ромкология нам нужна. Нам нужна фармакология. Еще одного администратора. Фигучим. И стойку администрации. Так. Сейчас стойку администрации сделаем. Стойку администрации. Какие-то предметы. Регистратура. Не столько администрации, а регистратуру. Эти. Эти. А. О. Так. Так. Дальше что? Дальше. Уровень больницы. Больницы. Предмет.
О, что? Газетный киоск. Газетный киоск. Сейчас сделаем. Так, никого сюда поставить. Кто-то поставился. А кто это? Лоха зуд. А. Интернет-администратор. Ух ты. Какие люди. Да, вот такая у нас крутая больница. А почему? Почему тут нет? Чего нет? Сегодня мы многое поняли. Отказываются строить кабинет, если его площадь не соответствует их стандартам. А это что такое? Почему здесь нет диагноза? Дороже. Нанять. Так. Очередь. Отрекатировать. Достигнута карьерная цель. Полить мнение чего-то. Найти лучше пациента и сотрудники могут. Могут. Это у нас просторные кабинеты. Слишком просторные. Ну ладно. Предметы. Может, здесь можно еще чего-то поставить? Нет, ничего. Ну, хорошо, что пока проверки зрения. Хорошо, что у нас кабинеты просторные, потому что столько всяких здесь предметов можно установить. Золотая звезда, доска объявлений, рисунки, часы, стул. Стул даже можно поставить. Да, здесь телевизор мы установим как-нибудь где-нибудь тут, в комнате отдыха. Письма не читаем. Два часа. Вернемся пока. Я вернулся. Да. Так. Значит. Продолжай. Продолжай. Так, открыть все.
врач года. Работодатель года. Я должен снимать расходы, выручка. Сотрудники. А кто сотрудник? Что-то у них растет. Пациенты. Ох, это, наверное, численность пациентов. Репутация умничка. Цены занижены. Пациенты, сотрудники, известность. Возможно, у нас слишком много санитаров. И ты уже говорил это. Сотрудники. Санитары. Где? А, вот. Это мы его врачом. Контакт. Цветочки, отдыхай. Сейчас прыгнет. Нет. Помог. Это так. И так сверлись. Ага. А там вот соленый закуска. Так, ты такой еще девочка. А кошка? Кошка. Кошка, кошка. Кошка. Все. Ох. У нас здесь уже ребенок тест. Уходит из больницы. Санитарный инспектор. Ходишь? Вот что с интернетом. Ну ладно. Уходит, так уходит.
Карина. Старичь. Еще. Пора удвоить усилия. Начните строить вторую. Чуть-чуть плиту на уровне малая лобода. Да.
Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Слушайте. Лайкайте. Делитесь.